Приветствую вас, друзья, на моем канале Валентина Синема 2. Кто давно подписан на мой канал и регулярно просматривает мои ролики, тот знает, что я делаю ролики в основном обучающие. А если контент требует доказательств, предоставляю неопровержимые факты по существу. Вот и в этом ролике пойдет речь о транспортной компании второго уровня, который разрабатывает белорусский инженер, гений. Конечно же, гений с большой буквы – Анатолий Эдуардович Юницкий. Компания имеет логотип Skyway, что в переводе с английского языка обозначает «небесные дороги». Мне очень нравится перевод этого логотипа, но сегодня я буду рассказывать о головном офисе RSV Systems. На протяжении почти 5 лет я делаю ролики о транспорте Юницкого. Конечно же, брала интервью у самого Анатолия Эдуардовича в его кабинете в городе Минске. Делала репортажи о том, как строятся тестовые дороги под Минском в Марьиной Горке. И снимала все там в реальном времени. Брала интервью на форумах и на выставках, где демонстрировали наш струнный транспорт под логотипом Skyway у тех, кто посещал выставки и экофесты. У меня на канале даже есть ролик, где я со своими детьми и внуками прокатилась на Юнибусе на экофесте в 2018 году. Это было просто грандиозным событием лично в моей семье. У моих домашних перевернулось сознание на 180 градусов. Они тоже зарегистрировались в фондах SWIG, Capital и в RSV Systems, чтобы инвестировать в эти дороги. Они поняли ценность инвестирования в технологию этих дорог не только как получение в ближайшее время дивидендов от положительного исхода после испытаний и начала строительства необычных дорог. Главное, что они поняли, что эти дороги экологически чистые. Понимаете? Мы инвестируем куда угодно в нете и на земле для приумножения своих инвестиций, для получения пассивного дохода, ну то есть куда угодно, лишь бы извлечь для себя ощутимую прибыль. А тут два в одном, понимаете? Сохранение в чистоте окружающего нас пространства на Земле и прибыль, и вечный пассивный доход с правом оформления в наследство. Кстати, у меня есть ролик, где я 46 тысяч долей оформила нотариально на своего одного из внуков. Мои близкие и знакомые также поняли, что внедрение в эксплуатацию дорог уже не за горами. И строительство тестовых участков для испытания в Арабских Эмиратах – это толчок, причем очень хороший толчок, для реально быстрого старта. Регистрируясь в головном офисе RSV System или фонде Capital, у нас есть возможность инвестировать в такую недвижимость, которая может со временем приносить колоссальный пассивный доход не для одного поколения инвесторов. Знаете почему? Потому что сейчас мы еще пока что инвестируем в саму технологию. А это значит, что при успешном исходе событий мы будем получать 20% от прибыли от всех построенных дорог, которые будут строиться и продолжать строиться по этой технологии, обвивая нашу землю во всех странах и во всех городах. Чем больше километров дорог будет достраиваться ежегодно к тем, что уже будут построены, тем больше на каждый километр будут вырастать и наши дивиденды, то есть наша прибыль. По завершении инвестирования именно в технологию, то есть по завершении инвестирования в 15-й этап, а мы на сегодня как раз-таки уже находимся именно на 15-м этапе, пункт 2, то именно после закрытия этого 15-го этапа начнут принимать инвестирование уже не в технологию, а в настоящие адресные проекты, понимаете? То есть строительство дорог с грузовым и пассажирскими транспортными составами от города до города или от остановки до остановки в реальных городах. Вот именно тогда и начнутся выплачиваться первые дивиденды. Тем, кто инвестировал в технологию, им будут начислять от прибыли 20% на каждую долю, которую
у них есть, то есть в дальнейшем на каждую акцию, от всех дорог, как я уже сказала это выше. А тем, кто будет инвестировать уже в адресные проекты, то тем будут начисляться 25%, но только с того адресного проекта, в который они проинвестируют. Например, будут собирать инвестиции на строительство дороги, соединяющей 3 аэропорта в Москве. Это будет колоссальная дорога. Вот кто будет туда инвестировать, тот будет получать дивиденды 25% от прибыли, которая будет давать эта дорога, именно эта дорога. То есть только от этой дороги и больше ни от одной другой. Ну, я не утверждаю, что эта дорога будет вот прям строиться, но планы такие есть у тех людей, которые хотят построить эту дорогу. То есть 25% от адресного проекта и 20% от прибыли на каждую долю от всех дорог. Разницу чувствуете? Представляете, какую возможность можно сейчас упустить? Хоть и на 15-м этапе, но инвестируя именно в технологию, это шанс улучшить свою жизнь и жизнь тех, кто вас окружает. А главное, стать независимыми людьми. Риски, конечно же, есть. Они есть везде. И 100% гарантия вам не даст ни на что никто. Ни учитель, ни доктор, ни строитель. Но надо верить в себя, в свои убеждения, стремиться к лучшему. Под лежачий камень вода не течет. Это мы все знаем с самого детства. Но строя партнерскую сеть в любой компании, у нас у всех есть шанс иметь пассивный доход уже сейчас. По секрету скажу, партнерская программа в фондах RSV System и в Capital'е очень жирненькая. И есть смысл поработать в этом направлении. А в новостях в RSV System и в Capital'е есть очень много интересной информации. В частности, от иностранных инвесторов, которые с огромным интересом освещают о струнном транспорте Юницкого в своих СМИ. Они с любовью рассказывают о преимуществах этой транспортной системы перед другими уже существующими транспортными системами. Juro San Juro, this sounds like a fancy cable car to me. San Francisco from Belarus is testing it now, and there you can see the high-tech pods. They sort of look like inside at the moment, like a business class seat, and they can travel up to 150 kilometers per hour. And unlike a traditional cable car, they aren't stuck with one going in a slow speed. You can have a number of these. So here's the sort of plan. You have these sort of slung around the city. They do look pretty cool, actually. When they light up at night, they sort of have this really nice lighting effect as well. The road to the future may not be a road at all, but more of an elevated track. That is, if the company USkye Transport gets its way. Their idea for solving the problem of increasing traffic congestion is to take traffic off the road altogether. USkye's model is a network of futuristic driverless high-speed pods that ride around cities suspended from a shell track, or steel track that is. Last month, the company opened a more than 1,300-foot test. Of solving traffic congestion is to take traffic off the road altogether. USkye's model is a network of... The road of the future may not be a road at all, but more of an elevated track. That is, if the company USkye Transport gets its way, their idea for solving the problem of traffic congestion... Un système de téléphérique urbain est testé à grande échelle. Suspendus à des câbles, ces cabines sont capables de se déplacer d'une station à l'autre à la vitesse de 150 km par heure. Pour cet ingénieur russe, c'est l'avenir du transport. Bienvenue dans le futur. Selon les versions, ces cabines pourront transporter de 6 à 30 personnes et leur fréquence pourra s'adapter au nombre de passagers. Обратите внимание на внутреннюю отделку салона. Это невероятно круто. Как говорят у нас в Беларуси, выглядит и дорого, и богато. Хотя на выставке в Минске я уже имела возможность вживую оценить качество юнибайка и юнибуса.
Но мне все равно очень хочется поехать на выставку в Арабские Эмираты. У меня прям внутри все аж кипит от желания еще раз прокатиться в таком транспорте в Эмиратах. Именно в Эмиратах. Почувствовать гордость и за свою страну, и за то, что я вложила маленькую частичку в разработку этой глобальной транспортной системы. Почему не просто транспорт, а системы? Да потому, что мы инвестируем не в отдельный юнибус, не в отдельную навесную или подвесную дорогу. Мы, друзья, помогаем родиться новой транспортной системе со своей инфраструктурой, своей посадочной станцией для городского и сверхскоростного междугородного транспорта, а также погрузочно-разгрузочные станции для разнообразного грузового транспорта, для перевозки сыпучих, жидких и твердых и газообразных продуктов. Эти транспортные средства уже разработаны в разных модификациях, понимаете? И главное, что у нашего поколения будет возможность придумывать и новые, более усовершенствованные модели. Сотни новых моделей, как в автомобильном или в авиационном транспорте. А это, друзья, уже новые рабочие места и новые проектировочные возможности в новой транспортной системе. Новые Нобелевские премии, если хотите, к новым горизонтам. Путь проложен, как говорится. Дальше дерзайте, кто может. Ракеты тоже к звездам полетели не сразу, после деревянных этажерок. На все нужно время и умные светлые головы. А еще меня заинтересовал, конечно же, марафон. Я так загорелась попасть на это событие в Арабские Эмираты, что даже если я не получу возможность поехать в Арабские Эмираты бесплатно от компании, получив какой-нибудь приз за участие в этом марафоне, я по-любому поеду в Арабские Эмираты на это мероприятие. И я обязательно должна там снять материал. И, конечно же, расскажу вам на своем канале, как на самом деле проходят там испытания. Вот мне чувство подсказывает, что там все на таком высшем уровне. И прям вот я так загорелась, я очень хочу туда поехать. Так что, кто со мной, то начинаем. У нас осталось чуть больше 2 недель. В строительство железных дорог тоже никто не верил. Я уже не говорю о аэропортах, самолетах, ракетах и даже метро, понимаете? Ну, вспомните историю. Никто не верил в какую-то новую транспортную систему. Так что регистрируйтесь по ссылке, которая есть в описании под роликом, в головной офис и фонд Capital. Приобретайте доли компании и становитесь совладельцами этой компании, чтобы обеспечить свою старость и процветание своим детям и внукам. И не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк, поделиться моим роликом со своими друзьями и близкими и знакомыми. А на этом у меня все. Всем удачи и больших профитов. С вами была Валентина Синема 2.